Теремок ТВ. Привет, ребят, я Консули. Люблю с друзьями приключения. Эй, приятель, не усни. Консуни, Консуни. Кто там в мече? Консуни всегда смеется. Кто скучает? Вместе мы прогоним скуку. Кто ленивый? Кто уткнулся в телевизор? Кто не в теме? Тот узнает очень скоро. Консуни, Консуни, Консуни. Кто такая Консуни? В предыдущей серии. Никому не двигаться, у меня все под контролем. Поймала! Смотрите, пятнышки! Ты о чем, Консуни? 7 пятнышек, как у моего головастика. Ребята, это Веснушка! Значит, он все это время был в классе? А зачем уходить из лучшего класса в мире? Да, точно, как же это здорово! Я тебя нашла! Ты вернулся, Веснушка! Не знаю, как не замечала, что ты совсем рядом! Томатная проблема. Супер-папа! Папа, угадай, что случилось? Дай подумать. Можно подсказку? О? Уверена? Детектив уверен. Эй, милая, слышала историю про головастика Консуни? Да, слышала. Чудесные новости, да? Так и есть. Ему уже лучше? Папа, это самый счастливый лягушонок. Он прыгал по всему классу. Как чудесно. Знаешь, какие этапы? Как он превратился в лягушонка? Он плавал, плавал, пока не отвалился хвост. А потом раз, и ноги выросли. А потом он плавал по лягушачьи. А потом выросли передние лапки, вот так. Всем привет, я лягушонок. Лучше объяснение я не слышал. Давай почитаем книгу о лягушках. Да. Отлично. Здесь все об этом написано. Видишь? Ты была. Кажется, Консуни забыла сумку. Смотри, вот здесь будут ноги. Мам? Что случилось? Консуни, ты не сказала, что принесла лягушку домой? Кыш, отстань! Кыш, помоги мне, милый! Почти поймал! Куда? Помогите! Нет, вот так, ага. Лягушонка, папа, он особенный! Отстань от меня! Так каждый раз, когда я хочу спокойно провести вечер. Ну, в моих мечтах. И тебе немного. Можно мне еще, пожалуйста? Ты все пролил. Динозаврам тоже нужны манеры. Это я придумываю правила. Тираннозавры правят миром. Может, он есть хочет? Помидору не остановить динозавра! Ребята, смотрите! Да? Мы знаем, что там ничего нет. Но там есть! И он стоит прямо за тобой! Что это? Большой помидор! Смотрите! Консуни, пора завтракать. Уже иду, мама. Это тебе. Что случилось? Твое любимое? Я больше не люблю помидоры. Нет? Ты же всегда их любила. Что случилось? Просто... Хоть попробуй. Видишь, я сделала тебе цветочек. Беги! Ладно, я бегу. Мы что, играем в салки? Ладно, я тебя поймаю. Беги!
проголодалась? Зеленый салат. Почему ты преследуешь меня даже в школе? Кыш, кыш, кыш. Фу. Морковка, я это не буду. Семена с секретом. Что? Почему ты преследуешь меня даже в школе? Кыш, кыш, кыш. Фу, одни овощи. Помните, мы говорили о том, что нужно пробовать разную еду? Вы должны съесть все, что у вас на тарелках. Это обязательно! Я не могу это съесть! У меня нет аппетита! Мисс Ким, как узнать, какие у нас семена? Так, посмотрим, что из них вырастет. Так на моем могут расти сокровища? Можно и так сказать. Семена вырастают в растения, из растений получается больше семян. И так бесконечно, начиная с вас. Все готовы к приключению? Да! Так интересно! Доброе утро, мисс Ким! До свидания, мисс Ким! Дети... Я вижу, вы отлично заботились о своих ростках. Они все такие разные. Как нужно помогать семечку превратиться в растение? Поливать, да? Ставить на солнце! Отлично! Вода и солнышко. Земля для корней. И не забывайте, что растения чувствуют вашу заботу, верно? Да! И что это? Во что оно вырастет? Я не знаю. Конфетное дерево? Было бы здорово. Или куст с кексами. Знаю. Клубника. Куст клубники. Очень большой. Будем есть, когда захотим. Мы будем класть клубнику в мороженое и подавать к чаю. Я и тебя угощу. Тебе точно очень понравится. Да, конечно. Но это не клубника. Не она? Сомневаюсь. Вот, похоже на ягодку. Консуни, где ты, милая? Это папа! Я иду! Одна подсказка, да? Может, это что-то съедобное? Это кладут в пироги и украшают этим торты. Это что-то сладкое, верно? Еще одна подсказка. Круглая, но не как тыква. Ладно, мне не угадать, честно. Скажи мне. Хорошо. Я думаю, это клубника. Надеюсь. Эй, папа, а как ухаживать за растением? Нужно терпение, много воды и солнечного света. Быть очень внимательной и всегда полезно с ними говорить. Ясно. Мое растение будет самым лучшим в мире. Точно. Видишь эти листочки? Они напоминают овощ, который ты раньше любила. А я надеюсь на ягодный куст. Все может быть. Откуда мне знать? Это ты наш домашний эксперт по растениям, Консуни. Уверена, это ягодный куст. Если лечь спать раньше, я увижу ягодки поскорее. Воду включите. Пена, пузыри, а мыло сверху и внутри. Моем тело.